Степа, мой лучший друг, который на момент записи этого видео через 2 дня уходит в армию. Всем привет, с вами Витёк, и да, наверняка те, кто уже какое-то время смотрит мой канал, знают, кто такой Степа, но тем, кто зашел на этот ролик вот случайно, тоже будет интересно, потому что сегодня поговорим немножко про саму суть армии. Ну а в остальном, на самом деле, большая часть ролика будет посвящена проводам, моим мыслям, его мыслям и так далее. Досмотрите до конца, будет интересно, насыщенно, ролик будет монтировать тяжело, я уже кое-что отснял, поверьте. Поэтому поддержите меня, смотрите полностью и обязательно после оставьте лайк и коммент. Ну, если честно, армию я считаю легализованной тюрьмой. По сути, человека без его согласия, вообще пофиг на то, что он думает, отправляют на год в закрытое помещение к другим таким же людям. Ну, очевидно, есть схожесть. Да, опять же, самые лучшие настоящие подписчики, люблю вас, которые смотрели предыдущие ролики, знают, что у меня почти весь июнь, который вот сейчас идет, 2020 года, ну, прошел не очень хорошо. Я уже так устал от всего этого дерьма, что происходит, еще и друга забирают. Трэш. Он закончил 3 курса фармацевтического факультета, и, по его словам, если бы он не поступил 3 года назад, он уже был готов к армии на тот момент. Ну, то есть, у него было уже ощущение, что все, типа, пора собираться, видимо, вот такая ситуация происходит, но ему удалось поступить. Поэтому сейчас он уже готов. Он тогда вот это вот переболел, что называется. Ван момент, бабушка. Сейчас уже все, он не с такой грустью все это воспринимает. Это, наверное, даже хорошо. Но мне, конечно, грустно. Плюс ко всему, я уже просил вас об этом в одном из прошлых роликов. Но правда, помогите по мере возможности в продвижении этого канала. Потому что если я его раскручу, вполне возможно, что я попробую избежать этой участи с армией. Если же нет, то, скорее всего, осенью Виктор покинет свой канал на год. И я не уверен, что вернувшись, я буду таким же человеком, и плюс ко всему, канал будет еще актуален. Создавать новый придется. Такой себе. Помочь мне вы можете абсолютно разными способами, и при этом даже не надо тратить деньги. Например, вы просто можете посмотреть другие ролики, которые еще не видели на моем канале, в том числе и старые, и прошлые, а также подписаться, если вы здесь впервые, поставить лайк этому видео и другим, плюс перейти в другие социальные сети по ссылкам в описании на 2 канал, а также, ну, поделиться с друзьями, если, конечно, у вас есть такая возможность и желание. Вот реально, каждый год я заметил, не знаю почему, у меня с товарищем, с друзьями что-то происходит не очень хорошее. То есть, помимо того, что я рассказывал уже в предыдущих роликах насчет того, что у меня 2 друга умерли. Да, есть еще нюансы, о которых я не рассказываю, такие как предательство или другие случаи с товарищами, которые, ну, как-то не хочется освещать в интернете по этическим соображениям. И это страшно. Это реально стрёмно. Помимо Степа, кстати, у меня еще уральский друг с Челябинской области тоже уже полгода служит. Я понимаю, что, возможно, я делаю из муки слона, и все это звучит пафосно, и, по сути, вот это вот моя проблема, не знаю, как это назвать, ну, довольно-таки мелкая по сравнению с тем, что происходит в мире. Но на данный конкретный момент такое себе, ну, в плане того, как я себя ощущаю. Я думаю, каждому из вас это знакомо, и я уверен, что если доживу, в будущем у меня будут гораздо более серьезные неприятности по тем или иным причинам, но пока каждому времени свои проблемы. Сейчас вот это. Ладно, скоро уже придет Степа, и мы с Ильей, с моим еще одним товарищем, кое-что ему подготовили. Один подарок вы увидите на проводах, а второй, ну, я думаю, практически прямо сейчас. Первым пришел Илья, и, Илья, скажите, вот какие в целом ваши ощущения насчет того, что ваш хороший друг уходит на год из вашей жизни в армии? Я не могу это комментировать. Ну какие эмоции вы ощущаете? Грусть, печаль. А ты бы спросил, когда я закончил свои дела? Какие дела? Мне кажется, сейчас самое время. Да. Вот будешь-то срать, я постучу к тебе в дверцу, спрошу. Давай. Стёп, все-таки какие у тебя ощущения? Потому что ты, по сути, пропадаешь из года на жизни. Из года на жизнь. На год из жизни. Как бы. Как ты думаешь, как жизнь твоя может измениться? И в душе не чаю. Вот это самое странное. Типа, через год, возможно, мы увидимся, если меня не загребут в армию. И каким возможно он будет человеком, да, непонятно. А, в принципе, что бы ты сказал сам себе через год, когда вернешься? Не устраивайся в МАК. Смотри, помнишь, мы дарили тебе коробочку на проводах? А, вы увидите ее позже. А, там оставалось место, я тебе говорил, да? Да. Вставляй. Я не вокалист, Илья с гитарой справился, а я очень криво спел. Но я надеюсь, что Степе понравится хотя бы задумка. But
Подожди, смотри, на самом деле, сейчас серьезно, а получается, если мы тусовку завтрашнюю совместили с этой, то все, получается, сегодня последний день, когда мы видимся, что ли? Ну да. Сука. Надо растянуть эти несколько часов до вечера. А, что же это такое? Виктор, походу, как обычно, монтирует для вас видео. Кстати, вот это вот, которое вы сейчас посмотрите. В общем, друзья мои, дорогие подписчики, новые зрители канала, крайний раз я выпускал влог еще до того, как вы у меня появились в таком количестве, чтобы я мог с вами общаться, там, например, спрашивать что-то в ролике, в комментах вы бы мне отвечали. Просто вот такой активности не было. Я чувствую, какая у меня аудитория. Возможно, вам будет вообще непривычно смотреть на то, что будет в этом видео, а здесь будут ругательства, пускай и запиканные. Такой лайв-формат и, ну, употребление, там, алкоголя, кальян. Я не собираюсь спорить о тему того, хорошо это или плохо, это плохо, но просто держу в курсе, это здесь присутствует, я считаю это нормальным, и, пожалуйста, не воспринимайте это как что-то такое страшное, негативное, мы просто развлекались с друзьями. Мы временно одолжили тележку, как вы можете это прокомментировать? Я нашел удобный способ перемещения больших предметов. Походкой Шрека. Руки широко. Это скорее походка принца Чаминга. Короче, ребята, тут подготовил Степе подарок. Он там сзади сидит. Не знаю, вам видно или нет. Сейчас я вам покажу. Это такая коробочка из-под табака. И здесь очень много локальных мемов. И вот это. Открывай. Никита. Да тебе не было. Ну чё? Илья, хлопни. Заказал мне, ты поцеловал. Тебя! Какая ваша любимая музыкальная группа или исполнитель? Группа? Не знаю. Я стесняюсь, когда на меня объектив направляют. Хорошо, если Максим, то кивните. Если вы за поправки в Конституцию, кивните. Так, сейчас если кто-то кивнет, здесь я удивлю. Степа отращивал эту прекрасную шевелюру. Долго. Так долго, что почти год. Но сейчас мы каждый по локону. Машинка, где машинка? Будем состригать ему волосы. Тебе грустно? Всем привет. Слушай, надо же под машинку. Мне жалко его стричь, я не хочу. Не придется, он сам хочет. Это неизбежно. Я впервые трогаю волосы Степа. Вспомни, как я тебя стриг на озере, Витя. Ну это было совсем другое. Да. Степа, не плачь. Волосы отрастут. Витя, можно я к колонке подключу? Да. Что ты чувствуешь сейчас? Мне приятно. Он похож на чувака из пятого элемента. У него там свой предмастер был. Здрасте, а вы... О, здорово, это же я, Илюха Прусикин. Вы что, меня не узнали, что ли? Я, вы потеряли свои усы. Точно. Вот так ты хочешь? Бушнее или как? Я усы потерял. Я солистом группы Little Big с Ильей Прусикин. Когда новый трек? Сегодня. Мы пьем за Степу, за того, кто уходит в армию. Ольга, что вы можете сказать про то, что Степа заболел?
Стёпа, поздравлю, пожалуйста, мы тебя очень сильно ждем. Я приехал, тебя нет, какого хрена? Вылазь, пожалуйста, из своего дома, пожалуйста. Что там, Стёпа? Стёпа, вылазь. Стёпа? Нормально, сейчас полежит и дома присоединится. Мы заварили ему чай с лимоном. Мы заварили ему чефир, поэтому... Стёпа немножко приболел, это правда странно. И мы его немножко подлечили, но еще не до конца. Поэтому ждем. В итоге со Стёпой все хорошо, он вышел живой, здоровый. И вот тут самое интересное, мы решили исполнить... кавер на трек группы «Турбина Туриста», а Наташа плюс пиво в подарок. Напишите в комментариях, кто знает эту группу, кто знает этот трек. Сразу говорю, если в других своих музыкальных работах я предупреждаю, что далеко не профессиональный вокалист и в целом плохо там могу свести тот или иной трек и так далее, то здесь плохо все. Мы там были уже не в состоянии нормально поставить камеру, чтобы было качественное освещение, нормально вообще в целом что-то спеть. Здесь будет сейчас совсем маленький кусочек того, что происходило, но если вы хотите погрузиться вот в глубину этого трэша, то по ссылке в описании на второй канал в доступе по ссылке, только там я оставил полную версию. Смотрите на ваш страх и риск, там просто вынос мозга. Поставлю отметку 18+. Ну, потому что, правда, там... Кристина, come to us. Подходи же. Затем. Новый Кадиллак. Алкоголь элитных марок. Лучшие друзья. Мужчина, Наташа плюс пиво в подарок. Файн. Мы лезем по лестнице, чтобы прийти на второй этаж и посмотреть на рассвет. Мы в домике нормально, да? Как вы нас снимали, Ольга, нормально, да? Да, это нормально было. Ну, ладно, сейчас выключу. Где? Не включаешь? Вот эта кнопка. Месяц. Девчонки. Пошли мне. Смотри, месяц. Месяц. Ящиц. Ящиц. Вы очень красивый. Вы очень красивый. Как вы можете прокомментировать вот это? Залезай. Опа. Ой, кто тут залез такой? Крис. Подпишитесь на канал и все. Будешь потом ему массаж простаты делать? Я боюсь. Я понял. Кристина будет в шоке, есть телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, он меня уронил. В смысле уронил? Поднимайте ее. Садись к веке. Щекочи. Сейчас как никогда актуален этот мем. Ждем тебя, Степа. Надеюсь, этот год пролетит быстро.